Όταν εμείς, όταν ο άνθρωπος ειρηνεύσει, когда человек умиряется, то есть он в мире со Христом, у него нет ни с кем конфликтов. Он учится терпеть, и терпение такое страдальческое, мученическое, не конфликтует с братьями. Но вперед он должен иметь мир с Богом. У этих людей нет внутреннего мира, поэтому пытаются найти какой-то внешний мир и спокойствие, и никогда его не обретают. Και η ειρήνη είναι ο Χριστός. Мир это Христос. Когда с нами Христос, у нас есть мир. Когда мы не со Христом, у нас нет мира. Δεν έχουμε ειρήνη. Να προσευχόμαστε και προσεύχουμε. Поэтому молимся и будем молиться, чтобы эти люди приобрели внутренний мир. И потом они приобретут и внешний. Όταν λέμε δόξα εν υψίστις Θεό. В одном песнопении мы поем «Слава Вышний Богу и на земле мир». Вот этот, вот это вот на земле мир, и значит, и говорится как раз об этом мире, чтобы человек дружил и был в мире с Богом. Умиряйтесь. И не ищите своего лишь только, но и ближнего своего, ну и помочь ближнему. Ирине. Мир всем, глаголит церковь в каждом таинстве. Христос с нами. Это передавайте вашему народу. Чтобы они помирились с Богом. Когда помирятся с Богом, помирятся и друг с другом. Но политики των мегалών είναι αυτή. Μόλις πάει ένα κράτος λίγο να φτιάξει τα του του οίκου του, μπαίνει εξωτερικοί παράγοντες. Это политика больших, великих мира, сильных мира сего. Когда какое-нибудь государство пытается немножко встать на ноги, всегда залезть извне, и не только не дать встать на ноги, но и заставить еще и подраться самим собой. Με πολύ λύπη θα πω ότι οι λεγόμενοι μεγάλοι της γης, που είναι πολύ μικροί, с великой скорбью вам скажу, что так называемый сильный мир из сего, которые на самом деле очень слабы и очень ничтожны, они исполняют вот это дело дьявольское, которое есть «разделяй и властвуй». Потому что эти люди не водятся Духом Божьим, как бы, кем бы они ни назывались, или это американцы, или это европейцы, или это русские. Миротворческие силы, на самом деле, это дьявольские подразделения, дьявольское вмешательство. Где было, не было, чтобы при вмешательстве этих миротворческих сил не произошло больших столкновений, убийств, каких-то там геноцидов. Только небесное воинство — это миротворческие силы в предводительстве с Архангелом Михаилом. Любые другие миротворческие силы, просто не допускайте их в свою страну.